Друзья, всем привет! Привет! Сегодня будет небольшая обзорная экскурсия в личный кабинет проекта «Игра». Так сказать, покажу изнутри все. Ссылку на свой телеграм-канал, посвященный этому проекту, я оставлю в описании к этому видео. Переходите, читайте, знакомьтесь, все вопросы задавайте в личку. Сейчас, кстати, вспомнила, как меня пригласили в этот проект. Я думаю, господи, что за игра, что за пирамида, куда, в какой лохотрон меня опять тащат. Мне сказали, попробуй, ты ничего не теряешь, никаких вложений нет, никаких рисков нет. Я думаю, ну да, действительно, если я не вложу ни копейки, почему бы не попробовать, тем более обещают хорошие выплаты. Как и сказала, в проекте я уже около месяца, посмотрим, сколько я заработала. 35 600. Уже видите, у меня одобрено, начислено около 10 тысяч, чуть меньше, в принципе, уже можно выводить. И, ну, я жду более крупную сумму на вывод. Хочу прям красивую сумму какую-нибудь вывести. Ладно, сейчас покажу кое-что интересное. Общая сумма, общий доход у меня 35 600. С первой линии, то есть с тех людей, которых лично я приглашала, я заработала 11 тысяч. Эти люди приглашали своих новичков, своих друзей, те еще своих друзей. И с людей, которых я не приглашала, которых я абсолютно не знаю, с нижней своей структуры, я заработала 24 500. То есть это пассивный доход, он в несколько раз больше моего личного дохода. Друзья, чтобы вы понимали, пассивный доход — это когда ты ничего не делаешь, а деньги тебе на счет капают. То есть активно я проработала неделю-полторы, а все остальное время я просто открывала свой аккаунт и видела, как у меня увеличивается мой чек. Это очень-очень круто. Ладно, итак, давайте начнем. Покажу, что у нас есть, какие банки, какие продукты. У нас есть кредитные карты, дебетовые карты, потребительские кредиты, микрозаймы, ипотека, расчетное кассовое оборудование для ИП и ООО и рефинансирование кредитов. Давайте посмотрим, какие банки есть. Тинькофф, Хоумбанк, Уральский банк, Альфа-банк, Росбанк, Экспобанк, ВТБ, Уралсиб, Восточный, Сбер, Райффайзен. В общем, у нас представлены все крупные банки в Российской Федерации, которые есть. Посмотрим кредитные карты. Те же самые банки. У меня многие спрашивают, Женя, откуда вообще в проекте деньги, если партнеры не вкладывают ни копейки? Смотрите, многие не знают, что банки готовы платить за каждый свой продукт. Например, Тинькофф Банк за свою кредитку All Airlines выплачивает 2 890, и полностью эта сумма идет в маркетинг на выплату партнерам. То есть вы бы могли через интернет заказать эту карту, и вам бы ее сделали, но банк выплатил бы эту сумму сотруднику банка, который принимал у вас заявку, и все. А здесь мы можем забирать эти деньги себе и хорошо на этом зарабатывать. Посмотрите, сколько платят за карты. 1200, 990, 1890, 750, 1200, 1200, 1900. В общем, за все банки готовы платить. Что еще есть? Кредитные дебетовые карты, есть кредиты потребительские. В принципе, я с ними не работаю, никому их не навязываю. Но если человек собирается брать кредит, почему бы не взять его через наш сервис и еще заработать? Микрозаймы. Тоже раньше казался темный лес и такая страшная штука, но у нас микрозаймы практически все со ставкой 0% в день, то есть есть еще и досрочное погашение, то есть вы сколько взяли, такую же сумму вы платите обратно, можно там через день, через два, можно через несколько часов, нисколько переплачивать не нужно. Посмотрите, какие суммы выплачивают за микрозаймы. 1200, 930, 1920, 1400, 2890. В общем, грех с этими продуктами не зарабатывать. Ну, есть еще ипотека, рефинансирование, с этим мы не работаем. Скоро еще запустят ОСАГО, и тогда можно будет возвращать до 25% от стоимости своей страховки. Можно будет делать страховку друзьям, зарабатывать на этом. Короче, продуктов море и возможности море, было бы желание зарабатывать вашим. Итак. Что еще скажу? Скажу про обучение. У нас есть обучение для новичков. Обучение, как заработать в первый же день там 2, 3, 4, 5 тысяч, никого не приглашая. Но если вы идете сюда за более крупными деньгами, там 50, 100, 200, 300, 500 тысяч в месяц, то, естественно, нужно строить свою структуру, развивать ее,
Сейчас покажу, кстати, сколько зарабатывают в команде у меня девочки. Каждый день выкладываем мы, каждую неделю выкладываем скрины со своего кабинета. 32 тысячи, 133 тысячи, 18, 13, 945 тысяч, это новички, 26, очень-очень много здесь всего, 44, 64. Все партнеры зарабатывают, потому что здесь действительно люди идут в проект легко, потому что без вложений, есть обучение. В общем, друзья, проект «Игра» — это не развод. Я это уже проверила на себе. И если вы хотите зарабатывать также без вложений, без рисков, без, не знаю, ежемесячных закупов товаров и активации, как у других сетевых, без продажи баночек, тряпочек, порошков, косметики, без, не знаю, уговоров друзей поменять магазин, то я буду ждать вас в своей команде. Я проведу вас до результата, помогу заработать деньги. Пишите в личку, давайте зарабатывать вместе.